Они все тени зацепили. Не знаю. Ну ты можешь ее. Ох, нихуя! Ух, дьявол со мной. Короче, паркуются как хотят, блядь. Дело не в том, что, блядь, где там, блядь. Там есть въезд в паркинг. Ну, должен быть и выезд там, блядь, от Васи ставят. На! Блядь. Идиотка, представляешь, блядь. Реально идиотка, блядь. Это пиздец какой-то. Thank you.
до пол восьмого. На дружбе. А территориально примерно? Стой! Мы в аварии. Но все нормально. Мастер. Здравствуйте. С будущего года налог на имущество физических лиц, квартиры, дома, гаражи новосибирцы будут платить, исходя из кадастровой стоимости недвижимости, максимально приближенной к рыночной. Такой законопроект сегодня утром одобрили на заседании областного правительства. Сумма налога в итоге должны вырасти. Насколько, до декабря теперь решат муниципальное образование, города, районы и поселения. Минфин рекомендовал им учитывать платежеспособность местного населения. Сегодня же правительство впервые озвучило официально... Охуеть! Ебучий случай. А можно как-то проехать и привезти? Вот видишь, хорошо, что это... Блять, вот пидорас, а! Каждые полчаса держитесь курса.
Нет, это прям специально.